Я только что видел игрока, он убежал от меня, от подлец. Ребят, подсказка. Отлично, отлично. В этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками будем играть очень классную рубрику, которую они выбрали сами, называется «Прятки». Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю искать пацанов. Сразу скажу, карта настолько большая, давайте я вам просто покажу, насколько здоровенный комплекс, и меня ждет впереди очень много классных комнат и путешествия по комплексу из цепи. Карта новая, вышла только вот-вот, и мы ее сразу решили записать. Она очень крутая, очень. Ну и аниматроник у меня тоже очень крутой. Так, я насколько знаю, тут все двери работают. Значит, какие-нибудь подсказки надо давать. Кто умирает, тоже берет аниматроника. Или я помогу, если вы не будете умирать. Ну, нас играет 8 человек. Получается, я ищу 7. Найду. Правильно, пацаны? Да найдешь легко. Ой, я слышу, как двери где-то открываются, закрываются. Тебе послушалось. Не-не-не-не-не, у меня очень хороший слух, ребята. Вы мне так не обманете, я вас убью всех. Димас, твой аниматроник на этой карте реально страшный. Он очень классный, этот аниматроник. Я люблю его. Привет. Так, пацаны летали, поэтому я не смогу по дверям никак найти никого. Двери-то все у нас, получается, закрытые. Так. Вот мне кажется, тут где-то кто-то сидит. Надо быть очень внимательным. Блин, ну я еще издаю звуки и шагов. Меня можно услышать, как я бегаю по карте. Ну пусть так и будет, пацанам подсказка. Главное, что убить одного, а там, когда у нас уже будет двое, мне будет намного легче. Кого же я первого найду? А я знаю кого. Надо слушать. Слышал, кто-то махал монтировкой с этой стороны вот. Реально, ребята, слышал. Давайте здесь, где-то вот тут кто-то махнул монтировочкой. Нет. А я слышал. Вот около меня хочешь. Да? Да, я слышал у тебя шаги или что-то у тебя было, не знаю, может, я бы. А ну интересно, вот тут открываются у нас шкафы. Может мне взять аниматроника, который не топает? Ну тогда будет не так прикольно. Пацаны-то будут бояться меня и начинать, может, там бегать, суетиться. Я-то взрыв? Нет, нет. Взрыв не слышал. Ну, сейчас навешим 4 всяких. А, еще и двери за мной закрываются? Вот, блин, вообще круто. Да, карта имба называется. Так, да, я никого так никогда не убью. Так, это я возвращаюсь. А кто там только что дверь с монтировкой ходил? Надо сюда спросить... О, спуститься. Да. Так. Я все-таки думал, тут кто-то сидит. Так, а других входов есть? Давайте вернемся. Я хочу удостовериться, что других входов нигде нету. Да, вход только один. А ну что у нас тут? Ой. Ой, а что случилось, а? Подождите, я срядил. Так, давайте, короче, берем аниматроника, который не издает звуки. А у нас есть такой аниматроник. Сейчас я, ребята, вам покажу. Вот здесь вот он находится. А маска будет работать? Нет. Нет! Маска? Да. О-о-о! Чёрт. Ты умер? Когда? Да. Давай, бери тогда аниматроника, будем вместе идти искать. Все по-честному. Ну давай, чтобы было точно, я тебя убил. Давай, бери. О, ты взял такого? Да, прям из третьей части почти. Ну что, полетели? А, там из третьей части марионетка или что? Или... Ну да, у нас там все по феншую. Теперь нас двое, будет намного легче. Да, где ты там запропастился?
Классно, что он, я вам пацанный полет отключил. Вы теперь будете умирать просто так. И у вас никак не убежать, не улететь, не скрыться. Когда так, там дверь просто... закрыта. Здесь. Открыта. Тут. Подождите. Они взяли маленькие скины, так что мы, может, никого и не найдем. Я этот комплекс знаю наизусть. Да? Давай, веди меня. Тут просто модели переделаны и немного дверей. А сам смысл карты тот же самый, в точь-точь. Да. Прикольно, спринтрай бегаешь. Да-да-да, ты слушай. Хорошо, я давайте слышу, все-таки возьмем аниматроника, который может быть невидимым. Стой, меня подожди. Да-да-да, конечно. Ты внизу, да? И все, я иду, вот я, вот я. Ух ты. Я просто мега-гигантус. Может, не надо? Надо. Я слышал, как винодел ходит. Так, а что, тут нема выхода? Да, что, нет. Значит, слушай, карта не такая. Мы просто тут... Да, я сюда бегал, тут ничего нету. Мы все делаем, просто проверим и все. Я уже проверил, все четко. Круто. Так, надо взять другого аниматроника. Вы прямо около меня ходите. Так. О, подождите. Во. Ух ты ж. Опа, а я знаю, где ты теперь. А где ты? Подожди, я потерял тебя. Я нашел одного. Отлично. А где ты его убил? Он меня это... нычки нашел. Понял. Он, наверное, знал заранее, где ты заныкался, поэтому он тебя и убил, да? Подожди. Ах ты хитрый. Димас, а ты где? Я вернулся, там, где две двери, то одна кнопка открывается. А, ну сейчас я подойду к тебе. Ой, я уже кого-то здесь вижу, вот. Вот я, вот. Сейчас мне надо завести себя. Давай, заводи. Смотри. Сейчас 3, 2, 1. И... Ого, спринт-корабль прикольный тут какой-то. Опа, все. Отлично, полетели. Я невидимки буду пока мечта. Так, для начала предлагаю посмотреть вот здесь. Давай. Здесь у нас... Ты нажмешь кнопку и пойдешь? Слушай, а вообще туда можно забраться? Мне надо было. Давай. Я никого не выпущу. Давай. Никого. Отлично. Они оказались умнее, чем мы думаем. Так, ну мы почти весь комплекс прошли, ты где? А вот. Так, получается, где они тогда, раз мы все прошли, а их нету? Нет, тут нычки всякие есть, 100%. Всякие же нычки, я тоже в нычке был, где открывать, там пол открывать. Они могут быть в вентиляции вообще. Да, тут даже такое есть? Да, тут вентиляция, сейчас в вентиляцию залез. У нас с тобой одинаковые шаги. Димас, слушай, отойди тут, я сейчас сломаю вентиляцию. Давай. А нет, я не могу. Это нельзя ломать, наверное. Давай попробуй его. Вы где? А ну стой, а удалить? О, я могу ее удалить. Сейчас я проползу. А вы никак, мне кажется, не проползете там. Вот я жирный кабан. О, здесь так красиво. Я перестаю дышать. Так, я пролажу потихоньку. Я надел, вы где? Мы в вентиляции. Тут сидим. Дерьмище. Вентиляция. По колено. Ой. Туда нельзя пройти. Да, нельзя там пройти. Так, ну что, выходим тогда, да, отсюда? Да. Я застрял, жирная жопа. Я в красной зоне какой. Ё-моё, тут пипец. Так. Конечно. Блин, классная карта, мне нравится. Плохо, что никого не находим толком. Погнали. О, идеальный. Да. Я хочу вас найти просто. Как дурачки здесь. О, я слышу, кто-то бьет. Ух, ни хрена тут. Пацаны, я предлагаю дать вам подсказку нам. Вот тут, наверное, где-то в дверях, да, сидят? Открываем. Все двери. Ема... Блин, а можно это вижу, пожалуйста, включить? Все двери найдем, мы тебя найдем. У меня двери закрываются, да, потом со временем? Да. От зараза, а. Где-то ж сидит, хитрый жук. Я согласен, я даже застрял в вентиляции. Я тоже застрял. Нету. Нет никого. Нету. А, подожди, тут что, ванная есть? Может, там, он там сидит? Там очень много таких вот всяких мест. Очень много. Карта запутанная. Ну это интересно же, круто. Да. Не круто, нифига. Офигенно.
Да сложно, ну тупые все. Ого, еще и здесь комнат куча, ё-моё. Так, ну хоть кого-то найти-то надо, но... Нет, не надо. Я Мафу уже нашел. Так что мы пошли. И Кайоку. Мне кажется, они где-нибудь прячутся в каких-нибудь камерах на 100%. Да-да-да, я прям все открываю, ищу их. Подождите, а вот тут я все прошел, тут-тут. Ну что, мы приближаемся, пацаны, к вам. Тут отдельные, ребят, вообще, тут отдельные все двери, вообще все. Ого, здесь бесконечная лестница, что ли, у меня? А прикинь, если там кто-то спрятался. Я 0.96 камер нашел. Ребят, такая подсказка. Вы в камерах какой-нибудь прячетесь, скажите просто мне. Я только что видел игрока, он убежал от меня, от подлец. Ребят, подсказка. Отлично, отлично, я сожрал волка. Димас, они что-то переговаривались, они там вот где-то были. Значит, я иду туда, я одного не нашел. Спускаемся опять бесконечную лестницу. Я к тебе тогда иду. Блин, реально длинная лестница, круто сделано. Димас, а там, короче, знаешь, как она работает? О, я от фонаря стрелял, короче, в темноту и убил. Ты когда спускаешься, тебя телепортируют назад постоянно, и кажется, что это бесконечно. Да, я видел, но там видно, мелкая телепортация была, круто сделано. Ну что, мы всех понаходили? Нет, еще одного. Да, поехали, вот, все, всех нашли. Как-то интуитивно нажал кнопку, а он там сидит. Сюрприз. А все, мы всех нашли. Мы Кайоку тоже нашли. Да? Да, всех нашли. Ну что, битва аниматроников, готовы? Да. Я не успею на нее. Я буду мочить всех. Кто проигрывает, тот не участвует. Ай! Не понял. Ну что, я победил? Да. У меня даже ну что, вы, пацаны, готовы? Бою. Не достало до вас? Достало. Меня не достало. Немножечко, да? Ого, был взрыв, так смотрите, достало. Где. И немножечко достало. Но если вот находиться на улице, не достало. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. И посмотрим мои ролики еще. Пацаны, взрывайте. Ай. Ой, красиво как.